Вообще, очень неожиданные вопросы, это так здорово. Мне всегда интересно посмотреть на человека, когда, ну, допустим, вот балерина. Вы все поняли, о ком я говорю, да? Например, спросите ее про сварку. Как она относится к электродам? Ну, правда, интересно же. Вот. И сегодня были практически такие же серьезные вопросы про электроды, про политику, про страну, про нашу любимую. Единственный момент, который меня немножко смущает, это свет, бьющий в глаза. Ощущение, что ты на допросе. Но, зная, что меня, как в 37-м, не посадят надолго, ну, может быть, ненадолго, поэтому я был откровенен, честен и признателен за то, что вы меня посмотрели. Спасибо вам огромное, я вас очень люблю. Честное слово.